Привет, меня зовут Владимир. Я живу в России, но влюблен в Дубай. Ведь это необыкновенный город, который за каких-то 50 лет из маленькой рыбацкой деревушки превратился в один из крупнейших мировых мегаполисов. Это город, где современные технологии, достижения, архитектура живут рядом с многолетними традициями. Дубай не перестает меня удивлять. И с каждым разом я узнаю все больше и больше восхитительных мест в этом городе. И в этот раз мы приехали сюда с моей девушкой. Это моя третья поездка в Дубай, и мне кажется, здесь идеальным все. Но моя девушка не согласна со мной. Она довольно скептично относится к нашему путешествию. И у меня есть всего несколько дней, чтобы переубедить ее. Что ж, посмотрим, что из этого получится. Кто бы мог подумать, каких-то 5 часов перелета, и у нас еще весь день впереди. Ты готова увидеть Дубай? Это ты у нас любитель Дубая. Я приехала за компанией. Тогда поехали. Я тебе покажу мой Дубай. Welcome to the Majlis. I'm Mohammed from UAE. Where are you from, guys? We're from Russia. From Russia. Добро пожаловать в Дубай. Thank you. So this is the Arabic coffee. It's important in our culture to welcome the guests with the coffee. Как тебе аромат? Очень, даже все так ново и необычно, но мне нравится. Тебе нравится? Да. Это сюрприз. Место называется Джумейра Аль-Каср. Как же здесь красиво. А ты видела Бурдж-Аль-Араб? Нравится? Очень! Проголодалась? Я всегда готова перекусить. Тогда поехали на лодке. Какой лодке? Сейчас увидишь. Красиво. Thank you. Thank you. Ты всегда знаешь, как меня удивить. Конечно. Ресторан с прекрасным видом и шикарной кухней. Это, наверное, самый шикарный вид. Спасибо, что снова привез нас. Сегодня был отличный день. Я показал Вере старый город, а также новый Дубай, который вырос на местных традициях. Мне кажется, она начала менять свое мнение относительно Дубая. Но у меня остался всего лишь один день на то, чтобы окончательно переубедить ее. И я приготовил что-то очень необычное. Как тебе Дубай? Мне начинает нравиться. Сафари – это всегда необычное и незабываемое приключение. И если добавить к нему полет на воздушном шаре, то эмоции на всю жизнь гарантированы. Именно поэтому ранним утром мы отправились в пустыню.
почему мы не делали этого раньше? Согласна. Смотри. Ого. Тебе понравилось? Очень. Наверное, это наше самое романтичное путешествие. Да, и это еще не все. Нас ждет кое-что другое. Ты знаешь, я проголодалась. Мы далеко от города. А для этого не нужно ехать в город. Пойдем, я тебе покажу. Thank you. Thank you. Ты знаешь, я подумал, что мы просто не можем пропустить аутентичный завтрак в пустыне. Тем более, частью этого завтрака является соколиная охота. А это вот там, да? Да, вот там. Пойдем посмотрим. Hello. Good morning, good morning. My name is Henry, and this is our falcon this morning. His name is Ziki, and he's a one-year-old male peregrine falcon, also known as Shaheen. And why is there is a falcon? Is it a part of Arab culture? Yes, falcons are very much part of the local culture of the region. The Bedouins, they use them for hunting, to provide their families with fresh meat, and that's what made them so important. Big Red Adventure Tours, guys. Where are you from? Thank you. Russia. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в компанию Big Red Adventure Tours. Приготовьтесь к лучшему путешествию в вашей жизни. Спасибо. Спасибо. Пройдемте к вашей экипировке. Я так люблю солнце, море и городскую жизнь, но я должна признать, что безграничная пустыня — это так романтично. На одно мгновение можно представить, что никто не существует, кроме нас. La Pearl — это уникальное шоу, от которого идут мурашки по всему телу. Оно рассказывает о традициях добычи жемчуга в Дубае. Это шоу с невероятнейшими акробатическими водными и воздушными номерами. И я думаю, что это будет шикарной точкой в нашем путешествии в Дубай. Хорошо, хорошо, я сдаюсь. Этот город превзошел все мои ожидания. Ты знаешь, и мы бы хотели бы даже еще раз вернуться в Дубай. Спасибо тебе за старание. Может быть, мы останемся еще на несколько дней. Пожалуйста. Слушай, тот Дубай, который ты увидела, это лишь маленькая частичка айсберга, которая существует на самом деле. Я предлагаю сделать традицию, приезжать в Дубай каждый год. Это отличная идея. Ура! Мне удалось поделиться своей любовью к Дубаю с Верой и убедить ее, что это один из лучших городов на Земле. Честно говоря, я в этом и не сомневался. И я с нетерпением жду наших следующих путешествий в Дубай.